И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Так, вот я дошел до города. Блин, машина тут стоит, лайв. Ну, в смысле, это с двигателем. Может быть, у нее тоже есть аккумулятор. Понятно, что генератор от нее не подойдет. Блин, это... Скорее всего, у нее тоже генератора нету. Он где-то вот здесь стоит. Или где-то здесь, уже не помню. Бензин, кстати, есть у нее. Внутри ничего. Так, ну это я так зашел. Надо уходить. Краешком глаза глянуть. Я хочу зайти в полицейский участок. Но для этого мне надо сделать ящик. Желательно где-то повыше, подальше от этих уродов. Он уже начали спауниться. Кстати, мне вы нужны, с вас кости мне нужны. Где-то надо поставить ящик просто. Скинуть туда вообще все. Оставить, ну, на всякий случай, потому что я не уверен, что я вернусь обратно. Так, вон полицейский участок там. Там стройка, да, ориентир. Вот здесь где-то его положить. Вот тут между камушками. А ну давай. Проект. Вот этот примитивный. Мне больше и не надо. Так, опять же, болты, да? Хрен тебе и гвозди дам. Вот болты и используй. Так, ну-ка. Ага, отлично, болты кинул. Вот хорошо, теперь у нас поровну получается, должно быть. Серьезно, я эту хрень не продал? А, ну да, это не то, что я не продал. Я же оставлял на другом месте. Ладно, в следующий раз пройдется. Так, это все равно надо брать в руки, чтобы оно не пропало. Сейчас пойду делать все эти топорики, шмопорики. Вон там наверху деревья есть, сейчас притащу. Там сколько? 8 досок на 2. 2 этих вот. 2 бревна. И веревки целая куча. Сравним такое себе маленькое деревце. Вот этим топориком. Сколько недель бы она, интересно, бы его рубила бы таким топориком каменным. В реальной жизни. Так что лучше носить бревна или доски? Да, я думал, лучше бревна носить. Это выгоднее. Так, ну вот, сделал. Сейчас распределю все, что мне не надо. Выложу все, что не нужно, все, что можно потерять. Закроем сразу его на замок. Где там у меня замки-то? Во. Так, в принципе, все вроде бы выложил. Взял этот маленький рюкзак на всякий случай. Взял с собой глушитель и пошли. Пошли пытать счастье. Зайдем туда, потом переместимся туда. Вон там есть магаз этот. Так, уже зомбари появились. Один, по крайней мере. Как это мимо пролетело? Теперь, блин, найдешь ее. Да ладно, если что еще сделаем, не проблема. В принципе-то... Мне главное, что никого тут рядом не было. Слышь, второй стрелу отдай. Да что ты там ищешь, не томит. Ты не то ищешь. Давай. Стрела, вот. Одна где-то улетела куда-то. Вот она. Давай, пожертвую. Ничего нету. Давай еще здесь посмотрим. Я ем кактусы, они вообще ничего не дают. Как бы дают, но просто большая нагрузка идет на персонажа. Она ни хрена не наедет. Короче, тратит калорий больше, чем получает. Вот. Так будет правильнее. Так, пошли. Зайдем сейчас, наверное, в магаз. Посмотрим жрачку. Кстати, это, по-моему, здесь этот оружейный магазин где-то рядом. Осталось что есть? Чего?
Так, обувь давай. Поменяем, потому что это обувь, которая на мне, она уже 1% остался. Вот-вот поломается. Так, наверх не пойду. А что это у нас? О, аптека, аптека, отлично. О, ты смотри, в аптеке еда, и серьезно. Помидор в аптеке продается. О, давай. Нужная тема. Так, тут я уже посмотрел. В мешочках не посмотрел. Кассовый аппарат у вас есть? Есть. Но там ничего нет. Не-не-не, автомат, пожалуй, выложи. Нам вон туда надо, вон то здание. Блин, это дверь. Окно, точнее говоря, не... Я там ничего не забыл? Вроде бы нет. Мне ничего не было, чтобы что-то забывать. Чтобы что-то забывать, надо что-то иметь. Если ничего нет, то так... Забыть-то нечего. Как ни странно, но очень спокойно. Если я ничего не путаю, вот это оружейка за стенкой. Да, это оружейка, но почему-то нету этих, которые взрывные. Возьмем-ка лучше пистолет на всякий случай. Это какой-то замок получается, по-моему. Крутой кодлок. Самый, по-моему, крученный в игре, который есть. Блин, я обрадовался, что думал, что это на калаш, но нет. Это на СВД. У меня СВД-то не было никогда. Чисто на продажу. Это опять же на продажу. Так, ничего здесь, ничего. Ракетница у меня есть, кстати. Херна ты место занимаешь, ракетница, блин. Так, сами прилавки не лутаются, да? Все, что ли, блин? Что-то как-то скудновато, я вам так скажу. Еще одна аптека. Шприцы, ручки нет. Ручки там копейки стоят, и так, и когда будет машина... О, поездка лежит, кстати. Так, подожди, я там, кстати, не проверил. Через стаб. Если где-то что-то еще, может, где-то провтыкал что-то. Тем более оно может быть так лежать, что ты его даже не видишь, но оно есть. Так, закрываю на всякий случай, это мне даст время, ой, чтобы свалить, если что. Это смотрено. Стаканы мне и даром не надо. Вот и все, черта тут нет. Так, все, пошли. Нам туда. Бегать сильно не буду. Опа, ну что здесь? В баре в этом был? Тут может быть что-то... Бутылка вина. Калории есть? Немного калорий есть и жидкость. Давай сюда. Налички нет. Что это? Шорты? Наверное. Она уже их и напялила, да? Сколько там у них загрязнения? 5,5%. Но их ремонтировать надо. Не буду брать.
Так, в эту аптеку там, где я был. Все, уходим отсюда. Это мне не надо. Вон полицейский участок, по-моему, если ничего не путаю. Или я... Нет, да, должен быть вот этот полицейский участок за вот этим домом. А нет, нам по улице... Нам вниз по улице надо. Нам вниз по улице надо. За мной толпа несется. Блин, промазал, надо ж такое. Так, все, все, все. Не бегаем. Еще один фонарь, кстати говоря. Блин, я взял бы его. Да мне некуда брать, в смысле. В руки внести мне рюкзак еще буду. Так, их очень много стало. Судя по шуму. По-моему, закричали, да? Тихо, тихо, тихо. Что по глушителю? Один выстрел. Девять патронов, ну пока тихо, можно зарядиться. Они меня уже потеряли, это хорошо. Сейчас лутанем здесь, все равно сюда хотел зайти. Самодельный топорик, серьезно? О, кстати, вот это можно как отвлечение врагов использовать. Угу. Ходит один. Слышь, а ну-ка, давай-ка отвлечение используем. Возьми в руки. Я спалился, да? Черт. Тогда лук. Это тоже лутабельно, да, кстати, я никогда не заглядывал. Стой, 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 мудень с моими... Вообще опять по жопе получил. Шо с ранами так? Загрязнение пошло. Заражение, то есть... Давай, чесночок. Он все равно уже вот-вот... А, блядь, ты его не взял. Молодец. А, прошло. Отлично, иммунитет надо поддерживать свой. Забудь, все нормально, блин. Тут мало. Давай, давай, давай. Стрелы нет? Как это? Ладно, плевать. Ой. О, еще одно отвлечение. Сейчас посмотрим эти гаражи и в полицейский участок нырнем. Только не бегай сильно. Провода. Ну такое себе. Бейсболка мне ваша, даром не надо. Так, здесь когда-то была машина в том соседнем. Классно.
А я внутри никто ничего не положил. У меня нету ни черта, что мне надо было от нее. Спасибо. Коробка патронов. На дробовик, правда, не... О, еще от лайки этой. Дверь. Аккумулятор более-менее могу взять. Так, кто-то где-то кряхтит. Лук! Блять. Почему ты, сука, местами все время меняешься, падла? А почему ты, блядь, очередь уж маляешь? Аж тебя переключал, сука. Что, блядь, каждый раз, как в игру перезаходишь, надо оружие переключать, что ли? Вот и обновили автомат. Оглушитель довольно-таки громко стреляет. Так. Отлично, 45-ки. Блин, почему не мои патроны? Все равно тут натовские эти. О, фонарик. Тебе ж нельзя прицепить. Даже для пистолета фонарик. Кстати, батарейка у меня же на него есть. Да-да-да-да-да. Во. Отлично. Заодно и место уменьшу. Так, что-то здесь есть? Нету. Так, сколько, говоришь, банки? Один выстрел остался. Выкинь ее. Возьми другую. Ты же взял ту банку? Нет, не взял. Ладно, возьмем эту. Ту банку тогда выкинем. Собирался один, блин. Сразу в себя. Там тоже калории какие-то есть небольшие. Давай мы тогда пуляю. Немножко патронов никому не еще не мешало. Пока брать не буду. Банально некуда ложить. Тут ничего не бывает никогда. Ну то разве что мыло. Но мыло мне прямо сейчас не особо надо. Так, дверь открыта. На крышу. Армейские ботинки. Давай, надевай. Пофиг, что они красные. Мне... Или розовые какие-нибудь там. Так, какой-то нож был. Какой-то нож был. Куда ты его положил? Что это? Штык-нож М9. На калаш он не идет? Нет. Блин, такая надежда была найти ящики. Нифига путевого. Обувь, правда. Опять замочки. Так, это же мои, да? 45 бронебойный патрон. Сучара, блядь. Ну вот это как называется? Заспаунился прямо вот. Эта часть его. Да не попадайте в эти прутики. Он помер, что ли? Блять, еще один идет отмена. Вы охренели, блядь, появляться прямо передо мной, сука, в полицейском участке. Ну как это, блядь, называется? Галимая подстава. Еще и в стенке, блядь, по... Все. Походу минус стрелы.
Он дал мне отверточку. А шпильку мне не дашь, тюлень? Булавку, то есть. Да что-нибудь. Сука, ломает уже. Сейчас мы их тут встретим. Ты в туалет хочешь? Ты, блин, вовремя, как всегда, в туалет хочешь. Этих много. Так, пока там никого нету, поедим сливки. Немного дадут вот этого. Вот этого чуть-чуть, правда, совсем. 0,6 миллиграмм используется. Она может даже не прибавиться. В сливках мало очень. Так, все. Не знаю, где они, ну, затихли. Драные штаны. Стрела моя, походу, дезинтегрировалась вместе с этим уродом. Так, спалился. Пошли. Просто заспавнился здесь. Я по-другому это не назову. О, это та, которая через стенку прошла. Отлично. У тебя ни денег нету, ничего. Студент. Так, еще один рюкзак. Блин, куда их брать-то? Угу, столько лута, прям некуда их, некуда ложить его. Поищем. Что-нибудь, патроны, деньги, оружие, обойма, хоть что-нибудь. Ни хрена, а вот шапочка погрызанная. Спасибо большое за шапочку. Короткие шорты. Ага, ломится. Мне некуда положить, некуда. Кто-то вошел. Я, конечно, могу по лестницам не спуститься. Но нет. Кто тут смелый такой? Ты? Получай. За смелость. Давай. Забирай. Ты куда его положил? Жалко, нету скрепки ни одной. Так, тут не вылезешь, да? Тут решетки. О, козлы, блин. Зарешетили все. Так, теперь вверх по улице поднимемся. В баню. У тебя что-то есть, ли, студент? Скрепки нет. Эти уже пропали. А, блядь. Да что ж ты, сука, не стреляешь, блядь? Как ты меня уже заебала? На, у тебя сраную повязку за то, что ты... Да какое там здоровье, вот. Лечись. Немного прокачаем лечение. Это все равно ничего не даст. Так, все, давай. Так, тут уже осмотрено. Валим из города, потому что тут сложненько. Ну почему, блядь, постоянно меняется местами? Как мне это уже надоело. Сука, лежи, блядь, на втором месте. Нет, он, блядь, все время на первое переходит. Хочешь взять одно, блядь, берешь другое. Так, давай еще сюда заглянем.
Блядь, нигде ни в одной игре такого нету, чтобы оружие, блядь, меняло само по себе местами. Вот нигде. Если ты поставил его на единицу, так он тебе есть так на единице. Давай уже эту херню. Не, я не буду брать. Лазь. Пока живем, уже хорошо. Магазин. Можно зайти глянуть. Давай, давай, давай. Темнеет уже. А мне еще топать домой хрен на сколько. Ну вылазишь, иди, твою мать. Кстати, здесь скрепки иногда бывают. Нож. Давай. Мне кажется, я для тебя. Угу. А, нет. Ну ладно. Взял уже так взял. Провода. Правда, нужная вещь ты тут взял или нет? Эти урони. А ты типа лучше возьми. Покачественнее. Так, все. Еще смотрим, что здесь и наверх. В темноте, чтобы потом хрен найдешь. Так, о. Какая-то обувь. Фигня. Что тут нет? Тут, в принципе, я никогда ничего не находил. Никого, ничего. Никого, ничего. Так, чеснок. Давай, чеснок вещь нужная. Это антибиотик. Причем реальный антибиотик. Правда, слабенький. Все, тут ничего нет, уходим. Как прошли, так и уходим. Я вижу, что-то здесь лежит. Патроны. Мои? А, отлично, мои патроны. Блин, у меня самодельные эти. Ладно, все равно возьми. Самодельные с этими не состакаешь. Ну, ничего страшного. Сколько их там... Короче, те, что меньше, то первый буду использовать. Давай наверх. Батарейка. Я пистолет заряжал? Вроде заряжал. Что это у нас тут такое? Что за пустой магазин? Прям вообще ничего нет. Вы серьезно? А подсобки есть что-то? А если найду? А тут у вас и подсобки нет ни хрена. Да в оружейку? Не-не-не, нам туда не надо. Стоп. Жив. Потеряшка. Наверх и линяем. Так, тебе уже облутывал. А тебе еще не лутал. Ни черта нету. Ни черта. На, блядь, шевелись. Да, блядь. Вы задрали, блин, из ниоткуда появляться. Шпилька есть? Если есть шпилька, я тогда вернусь еще в магазин. У меня как раз есть отвертка на... Понятно. Там еще и промазал, кстати, несколько раз. Два раза. Там уже еще и промазал. Так, есть, вот они. Фальшфир этот. Я так и не использовал его. Да уже, наверное, и не надо. На базу, когда приду туда, там же использую наверху. Там, где я. Я должен быть осторожен. Да что тебе не сделается? Ну что там? Пройдет все. Не бубни. Так, ящичек, привет. Надо тебе как-то выложить отсюда. Да ёж твою медь, блядь, не положишь никуда. Давай вот сюда. О. А это пустой, который. Тут главное нормально, Лёха, этот выёживаться. Так, надеть.
Ну забирай, забирай, забирай. Да что ж ты не забираешь-то? Так вот, а вместе сложи. Но. Так, это сюда. Это надо все вытащить. Самое ценное. Аккумулятор. Это шляпа. Каска. Должно все влезть туда, по идее. Да, отлично. Еще и место даже есть. Так. Снять замок. Взять в руки. Все, погнали. Уже темнеет. Прям реально темнеет. Терпи. Ага, он, блин, отлетает назад. У меня что, ноги побиты или что? Не знаю, ничего не побиты. Ну, в смысле... А, руки? Так, а при... А, из-за того, что ты в руках держишь. А если я буду просто идти? Не будешь кряхтеть? Нет, не будет. Ну, за успешную вылазку. Выпьем это все вино. Бутылку он туда в кусты пульнул. Или он туда? Ну, он туда за деревья. Сейчас ее как развезет. От бутылки-то вина. А где? А, о, появилась. Уже, можно сказать, в кровь зашло, дошло сразу же. Блин, долго раны проходят, но ничего, буду идти потихонечку. Так, ну вот уже одна рана пошла заживляться, и вторая пошла, отлично. Никаких проблем не должно быть. Зато вино хорошо насытило ее, 100%. Еще опьянение, кстати, еще до сих пор вино всасывается. Да, вино долго, долго держит. Еще и долго догоняет. Так, приближаемся к заправке. В принципе, я даже канистру могу заправить. Так, что там она сейчас вот-вот захочет писать. Надо чуть посидеть, подождать. Потому что, блин, как вечно, как что-то делать, а ей в туалет надо. Так, смотрим. Вроде бы никого нету. Но это обманное. Блин, ты где делал тебе внутрь? Так, вот один есть, а где второй? А, вот второй, давайте похуже, который взять в руки. Зажечь. Странно, никого. Может, я недостаточно близко подошел? Сейчас начнется спаун. Нет, это ветер просто. Нет, в смысле шум этого. Ну, ладно, нет, никого так и нет. Ну, как у меня перед глазами плывет. Вот это сосать бутылку вина в одно лицо. Так, чисто она проедет. Что за звук был? Сахар давай, шпильки давай. Это потом на продажу пойдет. Пока нам немного освещает. Здесь ни черта нету, да? Понятно, давай ходи. О! Так, о, глок, спасибо. Вот на глок это да. Так, подожди. Сейчас сразу зарядим. Ты где? Блин. Заряжай, заряжай, заряжай. Все, там писалось вроде много, а там мало, хрен поймешь. Короче, давай еще вот эти дозаряди. Так, во, две обоймы у меня еще есть. Воды нет. Так, еще один фейерверк давай. Все, кончился. Наш зомби нас не посещает, это отлично.
блин, такая надежда была на этот магазин, тут ничего нет прям вообще. Кроме майонеза. Кстати, майонез давай, его можно сожрать по дороге. Мне ж теперь надо бежать. Так, все, выходим отсюда. Ну, закрывай давай. Что это, бубики? Давай, ешь. Странный вкус, а ну, нормально. О, опьянение начало проходить, отлично. На, вот закуси и не бухти. Открывай давай двери. Сейчас будет прикол, если здесь лежит еще один аккумулятор. Та-та-так, я видел канистру. Один, ну ничего, сейчас мы этого займемся. Чего? Я потом все что... Ну вы и так уже это видите. Я подбавлю яркость. И будет вам ярче. Я-то сейчас плохо вижу. О, найс. Найс, найс, найс. Ремонт, что можно еще отремонтить. Глушитель на пистолете, который на этом вот, да. Ох, ее колбасит. Серьезно? А я ничего не стрелял, да? Понял. Тогда ладно. Бери в руки. Блин, канистру. Сейчас вернемся за ней. Ох, ее жестко плющит. Изображение двоится, троится. Так, перчатки. Что у меня с теми перчатками? 72. Потом. Кого? Как ни странно, никого нет. Тут были взрывные, эти кого-то только не было. А сейчас вообще никого нет. Генератор маленький еще. Сейчас мы тебя тоже заберем. Так, это хороших денег стоит. Влезешь не туда, ладно, на пол. Отлично. Открывай. Кидай. За канистрой. У меня тут есть канистра нормальная. Тоже 100%. Блин, все, и не возьмешь сразу. Бегай туда-сюда. Турбинку эту. До сюда. О, замечательно. Замечательно. Так, у меня он уже там есть. Вот тут две штуки, на еще третий. Пускай лежат. Так, сейчас я разберу, что мне надо, что мне не надо, что мы можем с собой брать, что не надо. Аккумулятор и так со мной. А где аккумулятор? Серьезно, где аккумулятор? Вот же он, господи, 99. Он уже потратил одну единичку, пока я его нес. Я уже начал... Да. Так, давайте фейерверк сделаем. Кстати, где-то то, что я взял инструмент. Мне он пока не нужен. Ты же его брал с собой. Он в этом, да, лежит? Вот он, закинь туда. В машине у меня здесь где-то бы вот здесь боеприпасы лежат для ракетницы. Да, давай по... Ну, кстати, надо будет зомбя попробовать выстрелить. Ну, открывай, слушай, я уже 15-й раз нажимаю. Ну, ты будешь целиться? Чё все далеко как летит? Оно уже давно потухло в реальности. Я стрелял с этого... Как его, с пистолета этого сигнального. Он пим! 3 секунды, а то и даже, наверное, меньше, он уже потух. Ладно, неважно. Так, я пока это брать не буду, это все здесь останется в машине. Машина все закрыта останется. Вот этот кодлог, да, где он? Вот он был. Что-то я его плюс сейчас не вижу. Где кодлог? Или как он там называется? А, вот он. Какой-то... Бекибелок. А ну, машину. Подожди, у меня машины что нет.
А ну подожди, все равно поставим на машину, можно? Я думал, или ее на двери можно цеплять, где он делся? Дэкси, вот он. А ну. Нифига. На двери, может, только одевается. Так вот это опять упало. Иди сюда. Так, ну-ка, ну-ка, сними этот железный. Металлический, можно тебя повесить сюда? Не, слушай. А для чего ж ты нужен-то? Что с тобой можно сделать? Засмотреть. Инлок. Хорошо, может быть, на ящик. Может, ты на ящик идешь? Где ты там, блин? Да нифига, он просто падает вовнутрь. Короче, я фиг его знаю, что это такое. Может, ну для машины? Нет. Хотя я вроде... Короче, ладно. Все, бери канистру. Я там... Вот оно. С маленькой сядем. Так, это в машину. Мне надо канистру расположить. Да не надо заперто там, просто положи вовнутрь. Ладно, закрыл, уже так и будет. Так, розовые сапоги тоже тут оставим. Мы потом сюда приедем. Так, давайте заправим канистру. Вроде все забрал, что хотел. Насколько там? Я даже не посмотрел. Не намного, у нас почти полная была. Ну как? Чуть-чуть там не хватало. Все. Побежали там, по дороге побежали. Опять же через мост, ё-моё. А стоит ли мне ночью туда сейчас идти? Там зомбари на меня как налетят. Блин. О, пластинка, это будут еще патроны. А еще есть? Гвозди есть. Ну, кстати, гвозди вещь нужная. Лучше гвозди брать, болты часто, очень часто попадаются. В гаражах просто их тьма. Ничего интересного. Есть еще что-то вкусное для меня? Наверное, уже ничего. Тогда я, наверное, все-таки останусь, посплю. Дождусь рассвета и побегу уже. Да и вам все-таки виднее будет. Кстати, сюда не заходил. Очки, перчатки, господи, прям целый набор. Тут, когда заходишь, обычно ни хрена нету, тут, пожалуйста. Аккумулятор, блин, разряжается сам по себе. Почему-то он уже 99,9 килограмм стал. Или он такой был, не знаю. А на дорожку жратвы, ой, вам ничего не видно? Ладно, я сделаю, чтобы будет видно. Уж намного лучше, чем мне. Вода есть? Пиво есть? Ножик есть фуфлыжный. Ни еды. Ничего. А вот опять кетчуп. То есть майонез. Ставишь мне... О, вот это можно прям сразу в себя. У-у-у. Соевый соус. Влезешь? Куда-то влез. Кто влез, то по дрова. Опа. Аккумулятор. Так, подожди, в том аккумуляторе, который я засунул фонарик. А ну включи его. Ну, светит хорошо, ничего не скажешь. Только если бы он еще вперед светил, да. А так светит он в землю. Так, сколько там заряда, не пишут. Или пишут. На 39 минут. Ну-ка, выключи. Ну-ка, выдали батарейку. Где-то, которую ты поднял. Вот она, да? Тут на 2 дня. А 21 час. 25 минут, 15 секунд. Если ничего не путаю. Давай-ка. Но... По разнице вроде бы незаметно. Тут ярко светило, этот ярко светит. Ну вот это я понимаю, фонарик.
Нормально себе светит так. Правда, у нас все еще перед глазами мутняк. О, заходим. Эвакуация через окно. Блин, жалко, здесь больше ничего нет хорошего. Я ж вроде все померил, в смысле, пошастал везде. Даже здесь? Даже здесь. Сейчас еще с вами быстренько посмотрим, что тут может быть. Патроны даже могут быть, в принципе. Во! Классный замок и леска. Обналичим его сейчас. Так, ну-ка снимись-ка. Металлический замок. А ты ставься. Во. А металлический замок можно поставить вот сюда. Вот этот вот замок. Подожди, у меня же в машине еще замки есть. Давай все закрой на всякий случай. Ты зачем кинул замок сюда? Давай в руки. Да что ж ты никуда не берешь, тут все за... В руки возьми. Вот и положил. Так, и где-то еще один был. Это не то. Нету, что ли, больше? Я машину запер. Все, пускай будет машина, да. Так, который остался, это что здесь? Ну, тут такое, доски. А, блин, вот это, ну, мне просто это не лезло уже. Я бы взял бы на продажу, но уже не лезло. Так, гвоздик надо совместить с этими гвоздиками. Чтобы место было. Так, низ, леска. Вот. Оставим. Мало. 4, ты вообще ничего не сделаешь. Данкрат есть, отвертки есть. Очень много чего есть. Много чего есть, много чего нет. Банка, кстати говоря, еще до сих пор. Эта банка, что ли, не влазит? Влазит, что это? Вдруг. Дай сюда ее. Это на тебя, на 45 ЦП. Все. Ну что ж. Так, починить. Обновим все. Починить. Починить. И починить. Во. Ложимся отдыхать. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.